Добрый день. Итак, с вами партия Шария. Сегодня 14 ноября, суббота. Первый день, как действует карантин выходного дня по всей Украине. Мы сегодня делаем рейд по заведениям и фитнес-центрам и местам общественного скопления людей в Мариуполе для того, чтобы показать, как действует карантин выходного дня именно в Мариуполе и что думают предприниматели на этот счет. Итак, первый торгово-развлекательный центр на нашем пути, находящийся в самом центре города, это ЦУМ, торгово-развлекательный комплекс «Украина». Посмотрим, как там соблюдают карантин выходного дня. Мы видим, все отделы перекрыты, на самом деле ничего не работает, работает только супермаркет, торгующий продовольственными товарами, все остальное, как мы видим, закрыто. Итак, мы зашли в заведение «Крыло», оно работает только на вынос, в заведении сидеть вообще в принципе за столиками нельзя. Как мы видим, маленькие кафешки и пекарни тоже работают, но с определенными условиями. Например, кондитерская работает с 50% посадки людей. То есть, в принципе, карантинные меры соблюдаются, работать можно. Проспект Центр, торговый центр, который торгует исключительно непродовольственными товарами. И у них на двери висит надпись о том, что они 14 и 15 ноября не работают полностью. Пекарня «Львовские круассаны» тоже работает с соблюдением всех карантинных мер. То есть пока мы видим, что владельцы маленьких кафешек и пекарен полностью соблюдают карантинные меры и продолжают работать. Как мы видим, банки тоже работают, но только там действуют ограничения до 15 человек в рабочем зале. А вот «Приватбанк» на выходных в Мариуполе не работает. Торгово-развлекательный центр «Право» в субботу и воскресенье не работает, о чем свидетельствует объявление. Вот торговый центр, шоппинг-центр, который находится на территории центрального рынка, сегодня работает, несмотря на то, что они торгуют непродовольственными товарами. Как мы видим, торговые ряды заполнены не полностью, даже не на 50%. Приезжаем к крупному торговому центру «Эпицентр». Как видим, стоянка для машин практически пустая. Сейчас проверим, работает ли сам торговый центр. Как видим, даже «Эпицентр» сегодня, 14 ноября, закрыт, несмотря на то, что вчера во всех рекламах прошла информация о том, что «Эпицентр» устраивает пятницу на 72 часа. Но, как мы видим, даже этот торговый центр не работает в карантин выходного дня.
Подъезжаем к самому крупному торговому центру Мариуполя, который называется Порт Сити. И уже видим по стоянке в том числе, что машин для выходного дня очень мало. Похоже, тоже работает только один продуктовый супермаркет. А не продовольственные отделы, скорее всего, закрыты. Сейчас мы это и проверим. Ну что, мы зашли внутрь Порт Сити. Как мы видим, даже свет не горит. Не продовольственные отделы не работают. Магазин Алло работает, но все затянуто лентами, ограничениями. Все с соблюдением карантинных норм. Проход в торговые залы с одеждой закрыт. Как мы видим, внутри торгового комплекса даже приглушили свет. Наверняка это в целях экономии, потому что ни один из владельцев таких огромных помещений не потянет коммунальные выплаты. Все без света, все отделы без света. Все закрыто, кроме продовольственных отделов.